Всем привет, YouTube привет. Пришли очередные две такие маленькие посылочки. Я их уже открыл, конечно. Вот такой вот девайс номер один. И вот такой девайс номер два. Это маленькие молоточки. Естественно, их надо будет доработать. Вот. Ну что, тут вкратце длина одного 24, другого 20, грубо говоря. Вот. Здесь вот этот наконечничек отворачивается. Мы видим на резьбе. Я их хочу переделать под маленькие молоточки. Одним по-другому калашматить. Типа на удлинителе как бы пробойник сделать. Вот. Ну а этот очень легенький молоток, сейчас я вес сразу покажу, для чего я, собственно, это туристический молоток, по-моему, колышки в палатке забивать, чтобы он много не весил. Хорошая штукенция, легкая, как мы видим, тут 81 грамм он весит. Вот. Для тонких металлов очень даже неплохо будет. Этот 53 грамма весит. Ну, я его доработаю. Я думаю, что-нибудь вот типа такой ручки ему имплантирую. И буду ими работать. Вот такие две маленьких, так сказать, посылочки пришли. Вот цена тут на них, сами понимаете, копеечная. Иногда не хватает чего-то такого. Вот я полазил по просторам Алиэкспресса и решил заказать. Вот такой вот кратенький обзорчик.